Сейчас добегаем до угла и по диагонали бежим. Вот такой небольшой круг будет. Все, начинаем. Побежали. Каждый вторник и четверг в вечернее время любой житель Соликамска может принять участие во всероссийском проекте «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта». Среди желающих – Стас Васюков. Мужчина дружит со спортом уже 30 лет, ни одной тренировки не пропускает. Приятно, что есть такие проекты, где можно с удовольствием принять участие на бесплатной основе. На свежем воздухе практически весь год. Проект «Спорт в массы» в 17-й школе реализуют 3 учителя физкультуры. Григорий Красавин преподает легкую атлетику. А в зимний период, когда нет возможности бегать по улице, мы тренируемся на базе 17-й школы, бегаем по залу, выполняем специальные беговые упражнения, упражнения с барьерами различные, то есть занимаемся специальной там, и общей физической подготовкой. Ну а когда погода уже позволяет, стараемся выходить на улицу. Ну, спорт – это все-таки движение, а движение – это жизнь. Человек начинает стареть, когда начинает меньше двигаться, поэтому все занимайтесь спортом. В проект «Спорт в массы» в этом году вовлечены 129 образовательных учреждений из 41 муниципалитета. В Соликамском округе помимо 17-й он реализуется еще в 1-й, 9-й, 15-й и 16-й школах. На их базе проходят бесплатные занятия по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и другим видам спорта. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, именно школьная инфраструктура является самой доступной для тренировок в муниципалитетах. Необходимо как можно больше жителей Прикамья вовлекать в массовый спорт. Перед нами стоит национальная задача – к 2030 году вовлечь в регулярные занятия физкультурой 70% всех жителей края. Создание необходимых условий в образовательных и спортивных школах – один из шагов в этом направлении. Отметим, условия для занятия физкультурой создаются в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году власти Прикамья направили более 46 миллионов на бесплатные занятия спортом в территориях. В 17-й школе на краевые средства было закуплено необходимое оборудование – барьеры, гантели и штанга. Добавим, проект рассчитан на 11 месяцев и продлится до конца года. За это время вовлечь в занятия спортом планируется более 20,5 тысяч прикамцев. Олеся Петровичева, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль ТВ».